Вкусный завтрак, омлет с плавленным сыром, зеленым луком, обычным сыром и кофеек. Буду краситься. На ночь наносила вот такую вот, ой, господи, масочку от Витекс. Ну, ничего она не делает, ребята, абсолютно. Так, у меня тут в основном Vivienne Sabot, это пудра, тоналка, помада, конечно, помада такая термоядерная, вообще не смывается. Vivienne Sabot Cabaret Премьера, тушь тоже. Так, на четверочку, неплохая. Зеленые тени, карандаш для бровей, хайлайтер My X Factor. Все, буду собираться. Киеве сыра. Снежок уже растаял. С отчимом катаемся за покупками. Так что всем хорошего вечера. Так, покупки. Талоли шеи, лук, мандарины по 50 гривен, бананы по 30, куриное филе, лапки, желатин, яблоки по 30 гривен. Так, рыба братола по 109 гривен килограмм. Там взяли яйца по 30 гривен. Ясен свит богатырь. И сейчас показываю вкусный кулечек из сельпо. Так и покажу быстро покупки с сельпо и рошен. В рошене появился новинка. Наполеон классический. Очень долго я за ним гонялась. Нашла. Именно классический, без масла. Так, тоскадворды. Эклеры. Приправа. Перец черный. Так, вот он. Дальше еще одна приправа. Сливки. Сосиски с телятиной. Сыр. Король сыров польский. Дальше. Буженина Укрпромпостач на 304 гривны за килограмм. Дорого Укрпромпостач очень. А, еще в рошене взяла немножко мармеладок на пробу. Это фирма... А тут они не пишут какой. Обычный трехслойный мармелад. Так, далее. Два батона. Упали. Никакой воды не было. Минералку всю разобрали. Взяла премию. Морковка. По 8 гривен за килограмм. Так, что-то у меня еще. А, значит, тут у меня гель для туалета. Господи, что у нас все падает? Кока-кола, печенье юбилейное и вегета полкилограммовая. Вот такие вот на сегодня покупки. Общую сумму не помню, потеряла чек. Ребятки, сосед привез белых грибов засушенных от родителей. Сейчас буду варить вкусный супчик. Я уже бросила в суп. Хотела сэкономить, но так, маловато. Сейчас все грибы добавлю, будет ням-ням. Просто с вермишелькой и с картошечкой. Что еще нужно? Пока варится суп, муж попросил Макдональдс. Сделал нам кофеек. Я буду чизкейк с клубникой заказала. А муж Биг Мак и картошка. Ну, сейчас привезет. Доставка Глова. От нас 40 гривен. Вот, так что ждем. Так, картошечка, Биг Мак, мой чизкейк и соус. Нам приятного аппетита. Ну что, супчик вкуснейший с грибами готов. Я туда добавила спагетти, ну так поломала, как вермишельку. На курином бульоне, ребятки, это просто экстаз. Думаю, что буду готовить на Старый Новый Год. Но, в принципе, так все приелось, ничего не хочется. Я просто сделаю, муж работает, тем более, горячую пюре ему к ужину. Запеку в меде бедра. Сделаю, наверное, чуть-чуть с фаршированных яиц с печенью трески. И его любимое блюдо – это шпроты. Со свежим огурчиком половину, половину с соленым. Вот так вот, потому что ну, реально ничего и не то, что не хочется. Думала, может, шубу сделаю. Ну, может, селедку под шубу сделаю, если выскочу в магазин за селедкой. А так
пока вот такое вот меню. У нас уже вечер, сейчас буду принимать душ, мыть голову. Сейчас покажу, чем я пользуюсь. Очень понравилась мне вот эта новая парочка, которую я купила в Метро. Очень классная. Но пока, по крайней мере, работают, и кончики не путаются. И волосы такие напитанные. Пользуюсь вот этим геликом, что мне Света прислала. Светуль, привет. Так, значит, на выброс идет вот эта маска. У меня тут еще осталась. Ботаник Терапи, не знаю, что ее так все хвалили, абсолютно, ну, как бы обычный кондиционер, ничего хорошего. Классная вот эта парочка, но уже волосы привыкли, поэтому я заменила на вот эту вот. Так что так, вот такой вот у меня сегодня день из жизни. Скоро буду снимать для вас новые видео. Всем большое спасибо за ваши комментарии, просмотры, за ваши приятные слова в Инстаграме. Девочки, мальчики, я вас очень всех люблю. Вы моя отрада. Все. Всем пока-пока.